Привет, друзья! Меня зовут Алексей, я основатель кальянной компании Иван Кальян.ру. Самый популярный вопрос ко мне – почему Иван? Меня зовут Алексей, а компанию я назвал Иван Кальян.ру. Расскажу вам эту интересную историю. Я начал интересоваться кальянами, как только они появились в России. А появились они, естественно, с Ближнего Востока. Возили их арабы, сирийцы, египтяне. Они же и готовили их в различных ресторанах и кафе. И вот однажды, находясь на отдыхе в Дубае, покуривая вечером кальян, мне пришла идея, почему русские ребята не могут делать кальяны, не работают кальянщиками. В это время русского парня за стойкой практически невозможно было увидеть, такого просто не было. И я решил это сделать и назвать сервис Иван Кальян.ру. Так почему же Иван? Иван – одно из самых распространенных российских имен. Русские Ивани делают кальяны, представляете? Меня не устраивало качество кальянов, которые делали эти ребята с Востока. Они делали кальяны так, как они привыкли, по своим традициям, в которых много что не играло роли. Так в моей голове появилась идея создания первого в России кальянного сервиса Иван Кальян.ру, который бы делал кальянные зоны на корпоративных мероприятиях. Вернувшись в Москву после отпуска, я сразу же приступил к делу, сделал сайт, и через неделю у нас уже был первый заказчик. Кальянный кейтеринг оказался очень востребованной услугой и очень интересной корпоративным заказчикам и ивент-агентствам. Мы работаем с 2010 года. За это время мы провели более 500 мероприятий. Более 10 тысяч кальянов, вкусных и дымных, было приготовлено нашими кальянщиками. Мной двигало желание нести кальянную культуру в массы. И следующим логичным шагом стало сотрудничество с ресторанами, кафе, отелями. Наши ребята стали замещать тех самых восточных ребят и предоставлять более качественный сервис. Следующим шагом в развитии компании стало открытие онлайн-магазина, а через некоторое время первого офлайн-магазина. На тот момент на нашем рынке практически все кальяны были египетского, сирийского и китайского происхождения. Конечно же, мы занимались в том числе и этими кальянами. Они были классными, но на тот момент. Сейчас мы продаем лучшие кальяны российского, немецкого, польского производства. Развитие кальянной индустрии происходило на моих глазах. Из состояния, когда табак, смеси можно было достать в каких-то непонятных местах у непонятных продавцов, все перешло в абсолютно чистое легальное поле. Я очень горд тем, как развивается кальянная индустрия в России. Ежегодно наша компания принимает участие в самой крупной выставке в России – Hookah Club Show. Хочу сказать спасибо большое организаторам, лично Асе. Прекрасная выставка. Всегда посещаю Hookah Club Show. Первый раз вот на Vape Club Show, первая выставка. Очень круто, очень понравилось. Увидимся на Hookah Club. Удачи всем, успехов, хороших продаж. Индустрия вперед. Спасибо. Непременно увидимся. Грандиозное, драйвовое, молодежное мероприятие. Отдельное спасибо за Казань. Vape Club Show, Hookah Club Show – это уже проект национального масштаба в сфере внутреннего туризма. Благодаря Асе и команде мы побывали в таких городах, как Нижний Новгород, Владимир, Суздаль. И это было прекрасно. Спасибо большое. Развитие, успехов. Вместе победим. Вот моя гордость.